Здорово, дружище. Сегодня мы с тобой в необычном для меня месте. Я с отеля. Вот, я тебя про тебя не забываю даже в отеле. Просто я не успел на этот канал сделать видео заранее, поэтому я буду сидеть здесь и ближайшие несколько видео вместе с тобой трендить в таком формате. Я не знаю, насколько тебе это понравится, не понравится, но, скорее всего, не понравится, потому что и камера отстой. Мне пришлось пойти и купить ее, блин. Поэтому все такое. Ну ладно. Я надеюсь, нормально все будет. Поехали. Посмотрим сегодня. Попробуй засмеяться челлендж. И да. Подожди, это... А где? Не, ну это по-любому не в этой зиме, не в этом году, потому что сейчас, мне кажется, нигде нет столько снега. Хотя, прикинь, зато может быть прям реальным этим... реальным Дедом Морозом жить в снегу и сдохнуть от холода. Ничего себе. Я у мамы инженер, подожди, что? 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 Это что? Не, я понял, это ножки от стула, но как это... А, это стул на стуле, на стуле, на стуле? Круто. Не, ну вот, я бы так же сделал. Я бы так же сделал. Ну, и согласись, и ты бы так же сделал. Так сделал бы любой. Кирпич. А зачем? А, типа... Не смешно. Ее инсульт. Вызывайте врача. Или она стала рэпером, что еще хуже, наверное. Это миленько. Вот это ты мудак, конечно, мужик. Упади, 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 упади. Жалко. Стоп, он переоделся? Он переоделся в... Нихуя тебе. Ладно, это на самом деле неплохая идея, хоть он и мудак. Блин. Так, это роллы? Нет. Тео! А потом еще говоришь, что коты не умные. Ну и чего она замолчала? Куда нам теперь дальше поворачивать? Ну ты что, дурочка, что ли? Мы же не одни на дороге, а нас кому-то другому рассказываем. Да ну, это Стёп. Я не верю, что есть люди, которые разговаривают реально вот так. Да ты дурочка, что ли? Хотя, наверное, есть. Но я не думаю, что это... Я думаю, это Стёп. Чего, блядь? Ожидаю шутку я. Бля, мудила, хули ты сделал с полотенцем? Я руки вытирал, надо было их сперва вымыть. Оперативники не сразу поняли, что в их сети попался один из участников банды Кибальчича, Шалва Чолац. Сначала он прикидывался простачком, испугавшимся милиционером. Свидетели и потерпевшие... Я вангую, что этот чувак пытается пробраться в общагу. Мне кажется, только туда можно так делать. Don't like this. Don't like this at all. Hello, motherfucker. No, no way. There is no way. Да ладно, у нас на донатах тоже такое было. Ого, 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 ого. Я хотел сказать, что вот это вот я, но я, к счастью, не успел. Блин, почему меня смешят такие тупые мемы? Вот я не знаю. Я дошел до того, что меня не смешит что-то смешное, меня смешит только какая-то тупая херня. И вот это вот примерно мой уровень. You can become. А чего делает-то, ребята? Че ебанутые? О, блядь! Беги, сука, беги! Perfect. Wait, what? Holy shit. Is it gonna actually go through?
Вау. Строители мостов в России. Хочу вот относиться ко всем вещам вот как этот мужик, просто, понимаешь, что бы ни происходило вокруг, вообще поебать. I like it, cut you. Круто, это реально работает? Бля, какой задейский попугай, он мне нравится, я хочу такого же себе. Пришел я, в общем, покурить. Тут такая хуйня, блять, происходит. Ну да, 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 да. Бля, да. Лёха, походу, мне не оскорбинку давал нихуя. Криминальная хроника. Бывает ли преступление красивым? Да, поджог склада с фейерверками, например. О, музыка хорошая. Ебать. Слушай, ну это реально. Мне кажется, об этом нужно снять какой-нибудь фильм. Потому что, прикинь, как это прям вот особенно под эту музыку. Ну хотя, под What Is My Mind, все что угодно будет звучить хорошо. Но это круто. Вот скажите, вот жене на день рождения, какой майонез лучше подарить? Кобус. Майонез? Да. Майонез? Да. Ты с ума сошел? Причем здесь день рождения майонез? Ну вот она говорит, такой подарок хочет. Вот какой лучше выбрать? Возьми Рябота вот по карте. 54 рубля. А, ну и подешевле. Да, да, да. Сэкономь. Блин, ну неплохо. Слушай, мне прям понравилось. Давай сделаем тебе гадание, потому что многие соскучились. Итак, смотри, какой у тебя будет сегодня день. Тара-т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 а. Ой. Нет нигде. Я не знаю, чего нет нигде. Но ты на всякий случай остерегайся, чтоб это ты хоть где-то был. Вот. А вообще я предполагаю, что... Хули ты сделал с полотенцем? Я руки вытирал. Надо было их сперва вымыть. Походу ты это... Сегодня у тебя будет не очень хорошая день, судя по всему. Ты где-то очень сильно облажаешься, так что будь поаккуратнее. На этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока, на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.